Моя база будет просто кишить счастьем. Пофиг, что эти шарики могут в любой момент лопнуть. Главное, что они кишат счастьем. Вы видели? Оно лопает их. Всем привет! Вы на канале Фантомасика, это 6-я серия по игре Don't Starve Together. В предыдущей серии я добавил немного интерьера в нашу базу и начал готовиться к глобальному походу в пещеры. Сегодня же мы закончим подготовку. Сделаем участок с ветвистыми деревьями и травой. А самое главное, я наконец избавлюсь от бардака на своей базе. Начнем, пожалуй, с того, что я не доделал в предыдущей серии. А конкретнее, эндотермическое кострище. Мне не хватает всего-навсего одного каменного блока. И я не пойду в каменный биом ради трех камушков. А заберу их у кротов. А вот и наши кроты. Я думаю, трех норок должно хватить для того, чтобы добыть немного камня. Вот первый, а вот и второй. Во, здесь много камня сразу. И все, мы уже добыли нужное количество. Помимо одного каменного блока, нам не хватает еще и 2 селитр. А, кстати, может она есть в Честере? Или в Гломере? Ой, да, в Гломере целых 15 селитр. Вот это да. Ну вот, вся проблема решилась сама собой. Осталось лишь создать, а поставим мы его уже в пещерах. У нас тут небольшие проблемы с рассудком, поэтому я пособираю немножечко зеленых грибов. Не повыкапываю, а пособираю, сколько ж можно. Ой, Гломер, что с тобой? Что с тобой? Ты умираешь? Нет, не умираешь. Не надо тут мне такие выпендросики делать. А, еще я добыл целых 6 зеленых грибов. Этого мне точно должно хватить, чтобы полностью восстановить свой рассудок. От одной проблемы мы избавились. Но я чуть не забыл самого важного. Подземный мир — опасное место. Особенно для такого хиленького, как я. Поэтому нужно сделать обмундирование, дабы дать отпор всем монстрам. Какую же броню я буду делать? А ответ очень прост. 2 футбольных шлема и 2 деревянных брони. 1 шкура свиньи у меня есть, но мне этого мало. Нужно больше шкур свиньи. Намного больше. Мы под покровом ночи идем с Гломером грабить деревню. Ничего, я потом такую же около своей базы построю. Нет, ты не спрячешься от меня. Твой дом будет уничтожен. 3 шкуры добыты, можем идти домой. У нас тут с холодильником. Да, у нас холодильник практически весь сгнил. Нужно что-то из этого дельное сделать. А, так у меня оказывается мяса нету, чтобы что-то дельное сделать. Паучки, пришло время навестить вас. Что у вас нового? Я смотрю, вы выросли. Сильно выросли. Ну тогда идите ко мне. Я вас потихонечку, да помаленечку буду убивать. У меня хороший прогресс. Я даже ни одного дамага не получил от них. Неужто я научился с пауками сражаться спустя столько времени? Ох, тут даже паутинка попалась. А вот и последний паучок в этом коконе. Я его уже полностью разграбил. 5 мяса, значит я смогу сделать 5 тефтелей. Этого мне хватит на 5 дней. Ох ты ж, спасибо вам, енотики. Вы за меня бабочек добываете. Вот молодцы, вот красавцы. Я уже совсем забыл о том, что мне надо броню делать. А для брони мне нужно много-много веревок. Ну все, шапки были успешно сделаны. А теперь мне нужна броня. А для брони нужно гораздо-гораздо больше веревок. Надеюсь, мне хватит. Да, мне хватит. Останется всего лишь 1 травинка, но все равно мне хватит, ура. Ну и самые последние штришки, это понадобывать дерево. Гломер, вспоминаем нашу старую тактику. Я рублю дерево, а ты все собираешь. Эх, какие же питомцы все-таки полезные. Когда ты установил мод на то, чтобы они стали полезными. Ух ты, Гломер даже грибы собирает. Вот это хорошо, хорошо. Надо будет тебя почаще на включенном режиме оставлять. Особенно в пещерах это ой как пригодится. Ну все, давай, это последнее деревце. И дальше уже идем выкапывать пеньки. Ой, у меня даже лопата сломалась. Ну и самый интригующий момент. Сколько же я добыл дерева? Хватит ли мне это на 2 брони? Ну-ка, расскажи ко мне. Ух ты ж, ну, что вам сказать, очень даже неплохо, неплохо. А, тут еще семечки, это значит надо посадить их. Ведь я забочусь о окружающей среде. 1 и 2. Все, вот эти шарики, я их ни разу не использовал. Может подукрасить свою базу, давайте вот чуток так. 1 шарик, он будет стоять здесь. Моя база будет просто кишить счастьем. Пофиг, что эти шарики могут в любой момент лопнуть. Главное, что они кишат счастьем. Ты что, их лопаешь? Ну ладно, ладно, я за вами наблюдаю. А пока я эти шарики выброшу сюда. Вы видели? Оно лопает их. От этих енотов в тот же момент одни проблемы, а в тот же момент счастье. Много счастья. То, что я их могу в любой момент убить и получить много-много мяса. Все, с пещерами мы наконец-таки покончили. Теперь меня интересует бардак на моей базе. Я хочу сделать так, чтобы на земле ничего не валялось. А в этом мне помогут сундуки. Один, можно сказать, готов, потому как дерево у меня уже было. Ух ты, да вы поглядите, что в моем сундуке есть. Это же набор для шитья. Надо зашить свой зонтик. Ох, сейчас я все понапихаю по сундукам. И бардак будет в сундуках, а не на полу. Главное, чтобы вы его не видели. Предлагаю на следующий день пойти и понасобирать навозы, которые мне дал наш куала-слоник.
А сейчас надо расчистить инвентарь нашего Глом-Гломчика и Честера. К примеру, зачем тебе нужен скалистый дерн сейчас, а, Честер? Правильно, он тебе вовсе не нужен. И мне тоже. Я слышу гончих, сейчас нам придется от них избавляться. Хорошо, хоть они под новый день придут, и мне будет легче с ними расправиться. Побежали быстрее к свинам. А вот и первая наша гончая, а вот и вторая. Свинки, вперед! Делайте дела! Ох ты, мяско! Еще и клыки гончих. Вот хорошо-то как. Пора бы и пособирать навоз вокруг моей базы. Правда, коала-слоник? Правда. Ух, сколько ты здесь накакал. Ух, прям. А где сам наш герой, я не понимаю. Какашки его есть, а самого его нету. Ну вот ты куда-то убежал. Ты мне нужен, дружочек. У меня на тебя большие планы. Пауки же будут меня трогать, если я встану сюда. Да, они меня будут трогать. Вот ты где, я думал, тебя больше нету с нами. А ты все-таки есть. Спасибо тебе, что ты есть. Ой, что-то мы нагрели много пауков. Честер, советую тебе сматываться. У меня уже был неприятный опыт с Пакимом Бэггинсом. И я не хочу, чтобы этот опыт повторялся на тебе. Я не понимаю, что вокруг моей базы так много гнили. Я вот все собираю ее, собираю. Она не кончается, не кончается. Интересно, сколько ее уже там в нашем Глум-Глум? Мне всю базу кто-то обливал. У кого там расстройство желудка было? Я точно не мог этого сделать, потому что он у меня всегда пустой. А вот котики наелись бабочек. Да и давай блевать. У меня уже целых 10 клыков гончих. А вот гнили сколько у меня? Целых 28 штук. А теперь 40. Я столько раз могу кустики удобрить. Столько раз. Да и какашек у меня целых 20 штук. Даже 23. Но у меня кончилось место в сундуках. Да, наступил этот самый момент. Пора делать новый сундучок. А для этого мне нужно много-много дерева, поэтому Глом-Гломчик, ты идешь со мной. Смотрите-ка, а вот и наша каштановая береза, которую я прямо-таки сейчас срублю, дабы сделать себе много сундучков. Я всего лишь 3 березовых каштана добыл. Ну и ладно. А дерево сколько я добыл? Ага, 12 штучек. Вот, хорошо. Сундучок. Я поставлю тебя очень красивенько между вот этими двумя. Ну все, надеюсь, хоть в этот сундук влезет весь мой мусор. Наконец-таки это произошло. Нету больше ни единого мусора на моей базе. Вообще ни одного. А, нет, вот этот вот паркетик. Ну, сейчас я от тебя тоже избавлюсь. А что там наш кротик делает? Ага, наверное, цветы опыляет, да? Чтоб лучше росли. Стойте, я очистил инвентарь Честера и Глом-Гломчика, но о своем я вовсе забыл. Начнем, пожалуй, с того, что съедим все эти грибы. Далее нужно избавиться от сачка. Но проблема в том, что у меня снова нету места в сундуках. Глом-Гломчик, я думаю, ты понял намек. Вперед! Добывать дерево! Да ладно, еще 10 гнили валяется. Откуда она берется, я не понимаю. Я только что ее убрал отовсюду, и тут еще 10 штук внезапно нашлось. Сколько ты добыл деревца? Ага, целых 12 штучек. А гниль я положу вот сюда. Осталось лишь сделать немного досочек. И очередной сундучок у меня есть. Я уже скоро всю свою базу этими сундуками заполню. Глом-Гломчик, погоди, я тебя сейчас покормлю. Ты не представляешь, какое же это утомительное занятие, эти сундуки ставить. Сюда я положу сачок, и все остальное мне нужно. А готовое перо-то откуда взялось? Ладно, ты тоже в сундук пойдешь. У меня еще много места. Опять гниль. Подарочек. Я тебя уже, наверное, недели две не открывал. Иди сюда. И что же из тебя выпадет? Ага, сникеры из тебя выпадут. Но это неинтересно. Представьте себе, уже 50-й день, а на базе нету ни травы, ни веток. Пора бы исправить эту проблему. Расти они будут здесь. Все спланировано, осталось лишь сделать. Стоп. Мое. Нет, я налоги забираю, понятно? Хотите тут пастись? Будете платить налоги. Надо бы вернуться обратно к нашей траве. Только надо определиться, какой же здесь будет биом, потому как ветки и трава будут расти вместе. Ай, ладно, оставлю дерн поляны и нормально будет. Тогда выкапываем вот это все чудо. В 6 блоков наша конструкция будет. А, у меня же нету этого дерна поляны, всего лишь-то 3 штуки, да? Да, тогда надо его пойти у свинов украсть. А вот и свинки, привет, я всего лишь-то 3 штучки заберу, не как в прошлые разы. Я буду вырывать отсюда немножечко брусчатки, но потом я ее обратно застелю, честно. Мне нужна брусчатка, чтобы все грамотно застелить. Понимаете, ветвистые деревья не должны быть тут. Ой, точно, я же забыл совсем про то, что трава растет на травянистом биоме. Тогда я вырываю вот эти два биомчика. И потом я добуду два дерна саванны и постелю сюда. И тогда это надо расширить еще на один ряд. Ой, как все сложно, деревья, скоро вас придется срубать. Ну и наконец-таки мы переходим к самому интересному. Это добыча семян ветвистых деревьев и травы. Чума началась опять. Ах ты ж чума-то какая. А ну-ка, брысь отсюда. К сожалению, минус один кустик. Но я не понимаю, почему тут чума распространяется. Если вы знаете, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, чтобы я мог хоть как-то это предотвратить. У меня мясо кончилось. Ну пипец. Тогда знаете, как я сделаю? Я съем вот эту тефтельку и начну убивать бабочек.
масло выпало, вот это да. Вы не представляете, какой же у этого масла маленький шанс выпадения. Оно восстанавливает целых 25 сытости, а самое главное 40 здоровья. Его я положу в холодильник на крайний случай. Да блин, тебе не надоело еще, а? Мусорить на моей базе. Видите, не я тут мусорю, а они тут мусорят. Я за них убираю. Но зато это халявное мясо и халявные перья. Наверняка из этих перьев можно будет сделать что-то крутое. Мне интересно знать, где находятся мои ветвистые деревья, а? Все, я около гломера. Ждем, пока наступит полнолуние. Глом-гломчика, давай оливку убьем. Опа, и аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Давай. Вот это я зря сделал, да? Ой, как зря я это сейчас сделал. Глом-гломчик, ты увидел мою тупость, да? Решил я оливку убить. А эта оливка стала какой-то волосатой оливкой. Ой-ой-ой, он дерется. Я не думал, что они дерутся. И причем больно дерется. Ну ничего, я его убил и добыл целых два мяса. И шкуру свиньи. Конечно, в полнолуние мало что можно разглядеть, но я все-таки вижу эти ветвистые деревья. Поэтому я вас срублю, дабы посадить вас у себя. Всего лишь две шишечки. Но это уже мало. Надо больше шишечек, намного больше. А где моя трава находится, а? Вот здесь она находится. Хорошо. И ветвистых деревьев здесь тоже много. Ну тогда и идем туда. Ну молния! Ну слушай, не надо так, пожалуйста. Вау, я паутинку вижу. Иди сюда, паутинка. А еще и ветвистое дерево я вижу. Ох, как хорошо-то все пошло. Ну все, это последнее ветвистое дерево. И я перестаю вас рубить и добывать вот эту вот влажную травку. А вот и травка, иди сюда. Сейчас я тебя всю выкопаю. Вау, за мной пчелка летит. А смотри, как я умею. Ты такая хоп, ударила, а я такой хоп, хоп и хоп, все. Нету больше пчелки. Я продолжу выкапывать травку. А, мне же еще надо зеленые грибы понадобывать, а иначе с рассудком-то все плохо будет. А вот и последний кустик. Ура! Можем идти домой. Дом. Сейчас у тебя будет большое пополнение. Хотя нет, не будет. Я забыл дерн саванны. А еще сюда идут гончие. Так что придется немножечко подождать и выбросить отсюда этого гломера и честера. А то они будут мешаться мне в сражении. А вот и они. Давайте, свинки, решайте их. Ух ты, что-то тут один клык гончий делает. Я его даже не заметил. Ой, попало. Нет, не попадай по мне. Я тут мясо собрать пришел. Ладно, я пока что пособираю зеленых грибочков. А то рассудок-то тоже восстановить надо. Не только же с гончиями играться. Ура, вы закончили. Да даже один сапфирчик добыли. Правда, не знаю, зачем мне он нужен. Ну хорошо, хоть что добыли. А еще и 8 клыков гончие. Вот это да. Серьезно, надо будет уже начинать клыкастые ловушки осенью делать. Ух ты ж, смотрите, кто к нам пришел. Это же приманка цвет, привет. Ой, а это что такое? Вы видели? Спора гриба какая-то. А, котики моего гломера убьют. Ну ничего, зато халявные ресурсы будут. Если, конечно, уже не убили. А мясистую луковицу я посажу куда-нибудь сюда. Она будет помогать убивать гончих. Ух ты, да тут новые ягодки появились. Хорошо, идите сюда. Ой, рассудок падает, извини, рассудок, я про тебя совсем забыл. Надо развести небольшой костерчик. И где мои грибы? Они находятся в холодильничке. Нет, ручки, погодите, пожалуйста. Все, у меня рассудок восстановлен. Я вас типа не вижу. Ух ты, еще один подарок, два за серию. Я прям везунчик. Ну и что же из тебя выпадет? А из тебя выпадет рубаха с подтяжками. 29 ягод. Я уже не знаю, куда мне эти ягоды девать. Пора бы снова расчистить свой инвентарь от всякого хлама. Начну я, пожалуй, с гломера. Прощай. Далее следуют клыки гончий. А еще мне нужно сходить за биомом саванны. Что-то я совсем про него забыл. А биом саванны не так уж и далеко находится, так что все будет хорошо. Я прибежал сюда, и, кстати, здесь находится закупоренная воронка, в которую я пойду буквально через 2 дня. Дерн саванны был успешно добыт, можем идти домой и сеять его. Честер, дай-ка мне шишку ветвистого дерева, и я начну ее сажать. А здесь мешает громоотвод, чтобы засадить это ветвистое дерево. Конечно, будет некрасиво, но я потом его снесу и поставлю заново. Та-дам, все ветвистые деревья были успешно посажены. Теперь надо вырыть отсюда брусчатку и посадить ее туда. Надеюсь, хоть с травой никаких проблем не будет. А, нет, будет. Чума же на траву тоже распространяется. Все, травка посажена, осталось лишь ее удобрить. Но этим я займусь уже осенью, потому как за один день до начала засухи нет смысла ее удобрять. Ну а теперь можно позаботиться о еде, ведь в пещерах ее практически нету. Я сделаю немного тефтелей на прозапас. Немного тефтелей, целых 4 штуки, так бахнул. Вроде все для пещер у меня есть. Да, абсолютно все. Тогда я снимаю шахтерскую каску, беру шлем. Беру трость, и мы идем в пещеры. А, надо бы добыть угля. Я не хочу в пещерах этим заниматься, ведь надо будет там казан сделать. Для того, чтобы готовить много деликатной еды, такой как тефтели. Все, казанчик, можно сказать, я могу сделать. Надо добыть камня. А в пещерах камня очень, очень много.
Ну все, наступил тот самый момент, когда я разрушу эту закупоренную воронку и спущусь вниз. Если кто не знал, то Честер, к сожалению, с нами не пойдет, потому как он не умеет спускаться по лестнице. Боится разбиться. А в пещерах нас будет поджидать никто иной, как Хатч. Но на этом, я думаю, следует закончить данную серию. И в следующей серии мы пойдем исследовать этот опасный мир и искать нечто интересное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи и всем пока.